Унылая пора, очей очарования, приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природы увядания, в багрец золота одетые леса. Так говорил Александр Сергеевич Пушкин. И сейчас вот как раз та самая пора, когда наступила осень, и такая осень, когда все в красных и желтых листьях, но все это быстро кончится. Листья падают, листопад такой прямо, ну, тотальный. А с вами я Михаил Шилов, автор проектов корректура.ру и докторшилов.ком. И вот с каким я к вам месседжем. Я говорил о том, что начиная с октября месяца я начинаю сушку. То есть сейчас я вешу 82 килограмма, и моя задача к концу октября весить по оптимальной, по программе, которую я составил, 75 килограмм. Я не хочу похудеть меньше 72. Вот, это было бы перебор, но тут как оно разгонится, но не менее 72. 75 это вот оптимальный режим. Но самое меньшее, насколько я должен похудеть, это до 78. То есть, в принципе, минимальная программа это минус 4 килограмма, оптимальная минус 7. И чего бы не хотелось, но прям край, за которым дальше мне шагать не надо, это будет 10 килограмм. Вот. Буду я это делать не тривиальными методами, то есть не такими, какими в полной мере делают те, кто готовится к соревнованиям или к чему-то еще. То есть это будет без использования всякой фармакохимии, это точно. Вот. Будет просто использоваться методы, которые позволяют разогнать обмен. В основном, учитывая то, что он у меня достаточно высокий, вот, и так, я просто немножко поменяю свой режим питания и немножко увеличу кардио. Как я это все буду делать, я с вами буду делиться. И вот этот вот первый видеоподкаст, это как раз сейчас первый день, идет октября. И погода благоволит мне. Прекрасный, на самом деле, теплый день, что является редкостью за последнее время. Хотя у нас октябрь, не было в сентябре бабьего лета, погода была просто, ну, морозяк. Там до плюс 5 градусов на сегодня, больше 10. И вот я иду на свой любимый стадион, через свой любимый парк, для того, чтобы провести первую тренировку по программе минус 7, как я ее назвал. То есть, когда мне нужно похудеть на 7 килограмм. Следите за моими выпусками. Каждый день буду стараться делать какой-то отчет. Будет это и на ютубе, и на моих сайтах на докторшилов.ком, на корректура.ру, а также в социальных сетях, на моих страницах. И в социальных сетях, в сообществах, которые точно так же называются «Доктор Шилов» и «Корректура». Наблюдайте. До встречи. Всем пока.